Недавно закончилась трансляция Minecraft Live 2021. Вероятнее всего, не все из вас успели посмотреть ее, но точно хотели бы узнать, что нового нам рассказали Маджанг и чего от них ждать. Я постараюсь сделать это быстро и кратко. Начнем с грустного. Все фичи глубинного биома и сам биом, в котором должен быть Варден, переносятся на обновление после пещеры и скалы, то есть на 1.19. Но нам все-таки показали несколько красивых кадров из обновления 1.18, которое, как сказали, выйдет через месяц-два. Точных дат, к сожалению, нет. Также показали, как можно будет конвертировать свой старый мир в 1.18. Новые биомы в старых мирах появятся на высоте ниже нуля и заместят бедрок, из-за чего можно и дальше играть на старой карте в новой версии. На этом с обновлением пещеры и скалы все. Следующее у нас 1.19, дикое обновление, где сразу рассказали несколько деталей о глубинном биоме. Первое — это новый данж, который называется Древний город, где будет спавниться сам Варден. Там же будут новые блоки, связанные со скалком. Скал-каталист — блок, который спавнит сенсоры, если рядом убивается моб, а количество зависит от количества полученного опыта, выпавшего с убитого моба. И Скалк Шрекер — блок, который при нахождении рядом с игроком создает страшный звук и дает новый эффект темноты. По поводу Вардена много не сказали, только пару слов о том, что он будет вылазить из земли. Это же было видно и на видео, которое нам показали. После этого показали обновление болота. В него входит лодка с сундуком. Игрок сможет плыть на лодке, а сзади него будет сундук, в который он сможет положить свои вещи. Мангровое дерево — новое дерево, которое также принесет и новую древесину в игру. Эти деревья, судя по всему, будут расти в случайных местах, но кроме этого у него и будет свой биом — мангровое болото. Мангровое болото будет состоять из деревьев, кувшинок и грязи. Грязь — новый блок, из которого можно будет сделать глину, а уже из глины самые настоящие кирпичи, которые будут вполне красивым строительным блоком. И как же без новых мобов? Добавят светлячков, которые, как я понимаю, будут летать в болотах. Там же появятся и лягушки, они будут иметь несколько вариантов в зависимости от биомов. А детскую версию лягушек сделали головастиками. Ах да, самое главное, в голосовании Minecraft Live выиграл LA. Моб будет добавлен в обновление 1.19. И на этом все, спасибо большое за просмотр, с меня закончить видео, а с вас поставить лайк. Пока.